видит этот пост с розыгрышем. В первом предложении, естественно, вы говорите, что вот это крутой розыгрыш бокса от... Заинтересовать людей важно. Территориальное самоуправление в регионе развиваются. Чем больше активистов, тем активнее жизнь в объединении и на его территории. Молодежь чаще всего общается в соцсетях. Познать азы цифровой коммуникации приехали представители ТОСов практически со всех районов области. Александр Банщиков из Барышского. В Ульяновск на медиаконференцию прибыл за новыми знаниями. И не в первый раз. Полученные ранее уже применяет на практике. Различные моменты, связанные с интернетом, связанные с сетями, они новые, интересные. И то, что сейчас мы здесь получаем, просто незаменимо. Нам также не надо отставать от той подрастающего поколения, молодежи, с которыми нам работать. Из жизни виртуальной в реальную. Представители ТОС учились делать не только посты, но и гончарные изделия. Профессиональный мастер-класс в подарок всем гостям обучающего семинара. Мы проводим бесплатные занятия, которые позволят участникам медиашколы, представителям ТОСов, возможно, открыть подобную школу у себя или проводить мастер-классы по глине у себя на местах в области. Развиваются и становятся лучше сами, и совершенствуют тем самым ТОС, привнося новые знания, навыки и умения в будни объединений. За несколько лет территориальное общественное самоуправление Ульяновской области прошли непростой путь развития. Окрепнув и освоив востребованные обществом активности, став примером для многих последователей по всей России.